Доброе утро! Меня зовут Светлана, я тренер по фейс-культуре. Фейс-культура – это комплекс мероприятий, который направлен на омоложение. Сегодня в руках у меня обычные ложки, столовые чайные. Я покажу вам, как с помощью вот этого простого гаджета можно выгладить лоб и межбровную морщинку. Предварительно мы должны смазать наш лоб косметическим маслом. Берем ложку и массажными движениями круговыми от центра к периферии выглаживаем. Прорабатываем весь лоб. Можно и ровные линии как раз-таки по морщине. Маленькую ложку можно использовать для проработки межбровья. Берем ручки, устанавливаем на лоб, чуть-чуть натянули и выглаживаем эту зону. Данные гаджеты есть у каждого в доме, поэтому каждая из вас может сделать такой замечательный массаж сама себе. Еще он называется русский ложечный массаж. Его можно выполнять ежедневно, либо утром, либо вечером. На сегодня все. Я желаю вам красоты и здоровья. Всем пока!